есть вопросы, связанные с организацией вот этой парковки. Все грузовики и автомобили, автобусы с большой грузоподъемностью, их парковка вызывает очень много вопросов. В этой связи мы на сегодняшний день поручили нашим коллегам в Комитете по управлению имуществом отработать вопрос с арендатором этого земельного участка по устранению вот этих вот проблем, связанных с парковкой. Пришли к возможным нескольким вариантам решения проблемы. На сегодняшний день мы с арендатором этого земельного участка эти варианты проговариваем. И в ближайшее время, я надеюсь, что мы вопрос решим. А парковки грузовых автомобилей на этой территории не будет, потому что мы ограничиваем парковку грузовых автомобилей. Б. Фактическое использование этой автостоянки будет уменьшено с учетом удаления от жилых домов. И третий вопрос. Парковка 5-6 автобусов будет зонирована с максимальным удалением от жилья. Буквально некоторое время назад ко мне на депутатский прием обратились жители вот этих домов. В частности, ко мне обратился один из сотрудников компании «Северсталь», ко мне как к депутату Законодательного собрания области. И он говорил о том, что вот именно концентрация большегрузных автомобилей на данной парковке, она крайне неудобна жителям близлежащих домов с точки зрения выхлопных газов, которые здесь случаются, соответственно, и с точки зрения шума, который возникает. Поэтому вот я обратилась с просьбой рассмотреть эту ситуацию к Елене Осиповне. И хочу сказать и выразить ей большую благодарность администрации нашего города Елене Осиповне лично за то, что мы достаточно оперативно нашли решение этого вопроса. Большое спасибо и арендатору данной территории, и комитету по управлению имуществом. Я думаю, что вот это как раз и есть ответ на тот вопрос, который нам задали жители.